Соперниками десногорцев была команда футбольного клуба «Починок». Баталии развернулись на стадионе «Атомтранс». После первого тайма десногорские футболисты уступали соперникам со счетом 3-1, чем очень огорчали своих болельщиков. Пришли поболеть за «Починок» либо за САЭС? Я за хороший футбол, а пока его не вижу. Во втором тайме команда автомобилистов собралась силами и забила в ворота «Починка» два долгожданных гола. Завершилась встреча дружеской победой со счетом 3-3.